Приветствую всех любителей хорошего кино. Сегодня на моем канале очередное новое видео. И в этот раз небольшой такой короткий обзор еще одного диска из серии Агата Кристи Коллекшн. Наверху написано. Это у нас скандинавский Blu-ray диск. Фильм «Зеркало треснуло» 1980 года. Вот недавно я выкладывал на канале видео с диском «Зло под солнцем», тоже из этой серии, Агата Кристи Коллекшн. Вот. И это вот второй диск из этой же серии, так назовем его, да. То есть в некоторых европейских странах, ну, может быть, не только европейских, да, но, по крайней мере, в европейских попадался набор, где были вот эти фильмы с русскими субтитрами некоторые. Вот. И вот в европейских странах где-то целый бокс, а где-то вот отдельные такие издания можно было купить. И вот были четыре фильма, такой чаще всего наборчик. Это «Смерть на Ниле», «Зло под солнцем», «Убийство в Восточном экспрессе» и вот это вот, как раз вот этот фильм «Зеркало треснуло». Вот в двух фильмах из четырех, то есть «Зло под солнцем» и «Зеркало треснуло», присутствует русская локализация в виде субтитров, то есть можно смотреть на, к примеру, там на английском языке, да, и с русскими субтитрами, что, наверное, логично, да, как бы на оригинальном языке. Но есть и другие языки, сейчас в конце отдельно про это еще скажу. И это вот произведение, если «Зло под солнцем» было там по произведению про Пуаро, да, Агаты Кристи, здесь у нас про миссис Марпл. И так же, как и «Зло под солнцем», здесь у нас диск не залочен на зону Б, как часто бывает в европейских странах некоторых. Здесь диск АБЦ, то есть мультизонный, будет воспроизводиться на плеерах всех зон, и в том числе на плеерах нашей российской зоны С. Так что можно подобный диск купить и спокойно смотреть на наших плеерах, потому что в России этот диск не выпускался, и тем, кто любит этот фильм и вообще произведение Агаты Кристи, я бы советовал вот эти вот фильмы «Зло под солнцем» и «Зеркало треснуло» приобрести. Очень вполне достойное издание. Да, нет никаких доп. Материалов особо, ничего такого, да, только выбор дорожек, субтитров и все. То есть, как бы минимум есть, ничего более. Но при этом все достаточно хорошо, нормально сделано. Хороший такой релиз на несколько стран. Значит, в каких еще странах можно купить подобный релиз? По крайней мере, может быть, там будет не англоязычная обложка, да, например, там в Италии, Испании по-другому, конечно, будет написано. Они обычно ставят свои названия на своем языке. Вот, и значит, в Италии, в Испании, Франция, Португалия, вот скандинавские страны, Япония, Голландия, вот эти страны, такой набор дорог, или субтитров вот в этих странах, да, то есть можно найти этот диск с русским языком. Единственное, нужно искать именно вот из этой серии, вот в таком оформлении Агата Кристи Коллекшн, потому что если попадется уже более позднее переиздание, да, то есть этому диску уже, наверное, не меньше 5 лет, может быть, и больше, я уже точно сейчас не скажу, вот, но вот последние переиздания появлялись, там уже нет русских субтитров, и, такой диск, наверное, уже будет мало интересен, потому что без русских субтитров будет он уже другой набор дорожек, а вторинг другой. Всем любителям Агаты Кристи советую, хоть и с русскими субтитрами, но вполне хорошее качественное издание от фирмы Universal совместно со студией Канал. Да, оба логотипа присутствуют на обложке и в начале диска тоже обе заставки идут. То есть совместный релиз, студия Канал, Universal. Вот, все достойно. Режиссер Гай Хэмилтон, как и «Зло под солнцем», да, так и здесь, известен по многим фильмам Бондианы, тоже достойный режиссер, снимает достаточно хорошо. Я думаю, должно тоже заинтересовать многих. Пожалуй, все, такой маленький обзорчик. Надеюсь, он был полезен. Смотрите и другие ролики на моем канале. На сегодня это все. Всем пока!